не заслужил это! Ты лицемер, Хейтон! Прости, Эдвард! Но ты вынудил меня! Проклятье! За что, Хейтон? Твоя смерть — это ключ. Ничего личного. Ну, разве только отчасти. Ты в самом деле давно докучал мне. Мы с тобой были братьями. Да, когда-то. В прошлом. Думаешь, я забыл все твои грехи? Сколько невинных жертв. И ради чего? Прорубая мечом путь к развязке, мира не сберечь. Нет. Если бы мы все больше полагались на меч и убивали чаще, мир был бы куда лучше, чем есть. В данном случае согласен. Прощай, Эдвард.